Дисквалификация на 8 матчей? Вот уроды. Гребаная футбольная ассоциация. Похоже, это мой последний сезон. Серхио хочет вам кое-что сказать. Я хочу закончить школу. Почему такая скрытность? Я могу и передумать. Я знаю, чем заняться. Кабельная приставка и травка. 15 лет ты выкладывался по полной, играя в футбол. Куда ты теперь делишь столько энергии? Секс? Так. 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 И так. Может, пап? Нужно много денег, чтобы открыть пап. Если у тебя остался рассудок, подумай еще раз. Подумай как следует. Я тебе не училка и не мамаша. Я твоя жена, черт возьми. Ты сам должен взять себя в руки. Сегодня мы победим. Вперед! Вперед! А остальные что думают об этой истории? Вы увидели в ней себя? С вами случалось что-то похожее?